Дорогие наши друзья, сегодня к нам пришла печальная новость, с которой мы спешим поделиться с вами. Нам сообщили, что сегодня в 5 утра в одну из больниц города была госпитализирована в срочном порядке певица Максим. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Мы пытались разобраться в этой ситуации и узнать, в чем причина госпитализации этой певицы? Ведь все помнят, как эта певица тяжело болела. Но у нас получилось выяснить только то, что певицу забрала из дому скорая, а скорую вызвали друзья, которые на тот момент находились с певицей. В интернете пишут, что это снова началась ее прежняя болезнь. Как будто ее не долечили. Мы пытались связаться с родными, но родные отказались от комментариев. Врачи также не дают никаких прогнозов. Друзья, давайте будем надеяться, что с певицей Максим все будет хорошо, и мы вновь скоро ее увидим на нашей сцене. Давайте подпишемся на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски, которые выходят у нас каждый день. Следите за новостями, друзья, и до скорых встреч на нашем канале.